И доброго вам всем вечерочка, уважаемые 93 зрителя. Зачем я поставил последнюю песенку на прерол? Черт, она теперь у меня опять будет несколько дней крутиться в башке. С вами Зиг Зе Хедж, и мы с вами сегодня будем пугаться в четвертый раз, проходя Resident Evil 7. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами закончили о том, что попытались замучить несчастную Маргарет в ее паучьем подгузнике. И сегодня мы продолжим, соответственно, этим заниматься. Как обычно, здравствуйте, мои уважаемые сабскрайберы, прайда альфа, лоркер, лапка-тапка, монохром, прототик, DenXNNJ, я не знаю, как правильно читать твой ник, я, если честно, даже тебя не помнил среди своих сабскрайберов, но в любом случае, добро пожаловать. Кто у нас здесь с вами есть еще? Акайхранезуми, ёж, привет тебе. Николайк, здравствуй, рад вас всех видеть, Ангрейка, мистер PvP, и тебе тоже приветик. И вроде как это все сабскрайберы. Более того, среди VIP-участниц сегодня у нас Лапка-Тапка и Прайдочка, я с ними уже поздоровался. Ну ладно, девочки, еще раз привет, уж не будем нарушать традицию. Кроме того, я в чате видел Z-тест-мода, Алекс, рад тебя наблюдать. И также я видел мистера Зигру из iPad, которого я очень давно не видел у себя на стримах. Тоже тебе привет. Ну что, ребятки, попробуем. Давайте я включу загрузку игры и переключу сценку. Одновременно мы с вами это сделаем. Ой, у меня опять не видно вебки. Привет, ребятки. Я, кстати, немножко себе передвинул вебку, поэтому я теперь не знаю, не исключаю, что я буду очень большой на экране. Вот я сейчас на себя смотрю. Нормальный или большой? Большой или нормальный? Да, можно использовать как зеркало, точно, я забыл. Ну, anyway, разберемся. Скажите, если я буду закрывать действительно что-то очень большое, и я могу пошевелить своим креслом. Ладно, так, где здесь мой Resident Evil? Где ты? Вот он ты. Тык в тебя. Сэм97, здравствуй. Та-та-та-та-та-та-та. Я не буду выключать компьютер ни в коем случае. Никогда. Усатый тян. Да, Алекс. Ну и отлично. Размер не главное. Конечно же. Та-та-та, у нас тут опять все ползает. И я не понимаю, почему я не могу пропустить заставку. Ребятки, вот это вот весело. Трипл-эй проект. Я тыкаю мышкой тут. Тыкаю, кликаю, и нифига не происходит. Прелесть, да? Привет, задирака. Зики, ты что, фанат доктора? Ларкер, ну, я не могу сказать, что я прям-таки фанат, но мне крайне нравится этот сериал. Понятно. Круто, ребята. Что я могу сказать? О, неужели? Да, continue. Так заработало. Ну ладно, вы посмотрели небольшую заставочку. Неважно, насколько большой, главное, чтобы не мешал. Зинкором, да. Согласен. Я на самом деле не помню, где у нас с вами было последнее сохранение. Я помню, что мы с вами пошли мучить Маргарет. А вот где там было сохранение, я не помню. Окей. DenX. Я тебя буду звать DenX. Как мне игра под названием Fighting Bigfoot? Я о ней не слышал. О ней я не слышал. Так, ребятки, мы с пистолетом. А! Ну да, мы же здесь с вами вот туда вот должны чпоинг сделать так. И где-то здесь что-то я искал, какие-то патроны здесь были. Как вообще в это играть? Давайте возьмем дробовик. Я забыл, как играть в Resident Evil. Я за сегодня записал 2,5 серии по Майнкрафту, поэтому буду тупить. Так что сегодня у нас с вами все будет на стриме либо очень хорошо, точнее не на стриме, а в игрушке, либо все будет ужасно. Я пока не знаю. Очень скоро мы это выясним. А, ну да, и вот отсюда она уже начинает вырезать. Вырезать она начинает вот отсюда. Давайте возьмем... А давайте пистолетиком ее будем. Пистолетиком, пистолетик это 2. Давай, Маргарет, я знаю, что ты здесь. Да, здравствуй, здравствуй. Как это? Атаковать, конечно, атаковать. Бдыщ. Уйди, длиннорукое чудовище. Так. Дальше. Что касается ящичков. Ящичек. Глицерин, большое спасибо за леса в течение 14 месяцев. Большое спасибо за поддержку. Чин-чин. Чин-чин. Ой, страшно-то как? Да ладно тебе. Тигран, привет. Как твои дела? Мы тут немножко упарываемся.
твердое топливо. И нету места в инвентаре. Какая прелесть. У меня, как обычно, все. Я даже не знаю, что с этим сделать. У меня есть ручка. Отлично. Ладно, фиг с ним, разберемся. Давайте сначала убьем Маргарет. И, кажется, я слышу, как маленькая инженерка тоже хочет очень убить Маргарет. Все хотят убить Маргарет. Она всем надоела. Гильза для дробовика. Возьмем, чего же нет. О, привет. Бадыщ. Бадыщ. Блин. Итан, как ты мог не перезарядиться? Я буду стрелять тебе в твой подгузник. Ой, ё-моё. Релот. Осторожно. Нельзя, чтобы она нас сверху спрыгнула. Это очень больно. Куда ты полезла, дура? Отлично, я умею сбивать паучков. А чё она так балахтается-то? Ей плохо, да? Или ей хорошо? Или ее все-таки надо сжечь? Будем Маргарет сжечь? Куда ты уползла? Ух ты, ё-моё, она в стенку уползла. Она умеет ползать через стены. Где ты? Где ты? Не надо делать его, а? Сзади меня. Ты там рожаешь, что ли, опять? Хватит рожать пауков. Выйди на свет! Хотя нет, ты же паучиха, ты не любишь свет. Ну где ты? Джон Сиес, большое спасибо за став в течение 14 месяцев. Там-тра-дам-тра-дам-там-там. Чин-чин тебе, Джон Сиес, извини. Пока без пива, потому что у меня тут небольшие проблемы с Маргарет. Я не могу, ой-моё, левую руку под пиво сейчас использовать. Я ее использую для того, чтобы перезаряжать дробовик. Это немного более сложное занятие, чем пить пиво. Ну где ты? Где ты, чудовище? Я только надеюсь, что она не лечится. О, вон она, чудовище. Бадыщ! 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 Хорошо тебе? А что ты ржешь-то? Ништяк же тебе, да? Куда ты опять на потолок ушла? Вот ты, блин, мне не нравится, когда она на потолке. Она оттуда очень громко прыгает. И тут у нас с вами есть топливо для горелки. Окей. Где ты? Ой, перезарядиться бы. Ну где ты ходишь, Маргарет? Я соскучился. Я, кстати, сегодня специально поставил такой прирол, что сначала I'm so addicted. Как это, не смотри вверх. Что сначала I'm so addicted to you. Ё-моё, я упал. Потом у нас с вами было то, что I feel invincible. Я чувствую себя. Что-что-что? Ой, а тут, между прочим, ящичек, смотрите. Потом у нас было то, что I feel invincible, то есть я себя чувствую неуязвимым. И потом у нас с вами была тоже замечательная песенка, черт! Побежали отсюда нахрен. Замечательная песенка. Что, все, что ли? Перезаряжаемся. О том, какая она клевая девчонка. Это наша Маргарет. Всем привет. Круто, что Twitch не снял с меня саб. Бот Лохара. Ну, он снимет. Как уже многие говорили. Куда тебе теперь стрелять? В задницу? Или в голову? Черт. Так, у меня закончились патроны в дробовике. Давайте сжечь. Опять она где-то там рожает. Если бы я еще видел, где именно. Кстати, полечиться бы. Как обычно, свою левую руку-то полечить. Болит что-то ручка-то отрезанная. Где ты? Где ты, чертов комар? Чертов комар! Да это что за фигня? Перезарядить горелку. Привет, Зик, здравствуй, чатик. Привет, Азат! Чин-чин. Ё-моё, тут мух. Большой полосатый мух. Гори, Маргарет! Ты что, меня съела? По-моему, она меня, от меня что-то откусила. По-моему, ей пофигу на горелку. Однажды, да.
Однажды ты это можешь сделать, Маргарет. Я верю, у тебя получится. Верь в себя. Верь в себя, Маргарет. И слезай с потолка. Ты же пожар устроишь. Ой, она, кажется, упала куда-то. Или все-таки с тобой не так надо поступать? Ой, она, кажется, опять упала. Что, все, что ли? Ну, неужели? Мы убили Маргарет? Нет, ни хрена. Не, мы не убили Маргарет. Может быть, пока она там корчится, нужно ее чем-нибудь тяжеленьким огреть сверху, а? Как считаете? Мне категорически не нравится такой расклад. Как только чатик перестанет здороваться, я смогу хотя бы что-нибудь в чате увидеть. Может быть, мне кто-нибудь пишет что-нибудь важное. Она же здесь поставила свой замечательный улей, который мы замечательно сожжем. Хотя, в принципе, этой штукой можно бы и не прицеливаться по-хорошему. Кстати, у меня сейчас здесь и тоже закончатся патроны. Но не патроны, а жидкость горючая. А мы все еще не убили эту сумасшедшую. И опять вот эта мелкая муха, по которой хрен попадешь. Муха хрен попадешь, как Борис, ё-моё. Давайте-ка мы попробуем ее пострелять. Что, теперь все? А вот теперь все. Ей, ребятушки! Смотрите! Какая красота. Она просто жирный паук. Точняк. Я думаю, чин-чин за это. Но я сомневаюсь. Ой, мы нашли ее свет. Ребятки, я знаю, что делать с ее светом. Я тут на днях, ночью, так сказать, проходил Resident Evil. Ну, то есть он мне снился. И я вспомнил момент, когда я был в двери, откуда, собственно, все это дело началось. Из этой двери, когда мы с вами прошли немножко дальше, там были такие типа как весы с фонариком. И вот я полагаю, что именно эти весы с фонариком нам с вами и пригодятся для того, чтобы на них навесить фонарь. Вот у меня есть этот фонарь. Найдите ингредиенты сыворотки. Да, руку надо найти. Откройте дверь на втором этаже старого дома. Вот как раз мы этим сейчас и будем заниматься. Сыворотка. У меня нету травы, да? У меня есть одна аптечка, но у меня нету травы. Это что такое? Психостимуляторы. Может быть, давайте съедим психостимуляторы? Они все равно нам сейчас сильно не нужны. А так, может, найдем что-нибудь. Она жрет фонарики? Нет. Да, мне это снилось, ботлахара, что такого? Такое бывает, когда очень долго во что-то одно играешь. Потом это что-то одно тебе успешно снится. Тут еще психостимуляторы. А здесь, смотрите, что-то спрятано, что ли? Да, то есть не смогу пройти. Так, это... А! Во! Вот, отлично. Рассыпалась в прах. То бишь нах. Пистолетные патроны, это хорошо. У меня все, никаких других теперь нету. Надеюсь, что сейчас после первого босса очень быстро не будет второй. Привет, Зиги, опоздал, так как Twitch только сейчас объявил о начале удачного стрима. Чин-чин, темный эльф. Опоздал, не опоздал, пришел и молодец. Вы отперли, мы снова это отперли. Зиг все отпер. И это выход, да? Итан, зачем ты выключил фонарик? Я решительно ни хрена не вижу. Да, это домик с садом-огородом. Давайте вернемся в фургончик и там сохранимся. И попробуем даже немножко почистить себе инвентарь. Что-то лежит? Что это такое? Эпоксидка? Ни хрена себе. И тут что-то лежит. Ах ты, гад такой. В ресап доступен только платным подписчикам или всем? Ресап? Это переподписка, Сэм. Все очень просто. Соответственно, только подписчикам. Зачем я все время открываю холодильник? Холодильник, закройся. Так, сейвилка. Сохранится, сохранится. Вот сюда. Да. Ништяк. Я узнал о стриме только потому, что в стиме было написано, что Зиг за Хедж играет в Resident Evil. Это странно. Не в смысле то, что было написано, а то, что ты об этом только таким образом узнал. Это что такое? Твердое топливо. Черт, а мне особенно избавиться-то не от чего, ребятки. Вот печаль. Ладно,
Пойдемте в таком случае таким макаром. Тудыть. А единственное, что вопрос, а тудыть это кудыть. Здесь закрытая дверь. Если бы я помнил. Если бы я помнил, где это было. Я же все забыл. Я же вообще все забыл. Может быть, в дырку? Хотя нет, из дырки мы вылезли. И оттуда... А, мы потом оттуда сможем, наверное, туда пробраться. Давайте попробуем через дырку. Ну, бывает, Надюшка. Я решил то, что горелка это... Горелка, конечно, это хорошо. Но можно использовать и более интересные и мощные штуки. Например, дробовик. Да-да-да, Итан. Тихо-тихо, ты куда ты полез, дебил? Вниз. Как вниз лезть? Как спускаться по этой чертовой лестнице? Я полагаю, клавиши вниз. А, понятно. Это не он дебил, это я дебил. Бывает, бывает. Зиг забыл. Да. Итан, что ты кряхтишь? У тебя что, рука отваливается твоя, да? Скобочки больше не держат? Чпань, чпань, чпань. Полезли. Самый короткий путь. Да, я, наверное, оказался прав, то, что я выбрал именно этот путь. Вас внезапно стало 130, ребятки. Всем привет, кого не видел. Чин-чин всем вам. Всем вновь приходящим. Если вам нравится то, что вы видите, подпишитесь бесплатно или платно. Мне будет приятно. А вам не сложно, правда? Так. А тут же ничего нету. Зачем я открыл этот ящик? Телефон. Окей, Зоя нам совершенно точно здесь позвонит после того, как мы найдем руку. Что это было? Не все так просто, Зиги, не все так просто, да? Вот сюда, видимо, нужно повесить ее фонарь. Гениальный механизм. Я бы позавидовал, честно. Логики не имеет никакой, можно было просто дернуть за веревочку. Крокодильчик. Плюшевый. Боже. Крокодильчик. Почему ты в каких-то наростах? И как всегда, угораем от крутого ужастика. Да-да, Эксизер, здравствуй, чин-чин тебе. Нет, прайдочка, не будет. Ты это, я думаю, и так прекрасно знаешь. А если будет, то срочно ищи дробовик. Потому что скоро на тебя вылезет какая-нибудь большая женщина-паук. Будет означать то, что ты находишься в Resident Evil. Бадынь. Кто там идет? Кто там? Ай, боюсь, боюсь. Ё-моё, мячик. Как страшно жить. Черный властелин. Слава богу, нет. Черный манекен. Откройся, шкафик. Ух ты, сколько куколок. А среди них? Нет, ничего нету. Можно просто закрыть шкафик. А это что такое? Рисунок о том, как кораблик разламывается пополам, и все люди мертвые, мертвые люди. Конечно, ты тупенькая. Может быть, убить медведя? Медведя. Ух ты, смотрите, из него что-то лезет. Это медведь полный пауков. Давайте его положим на место. Пусть он здесь себе спокойненько сам лезет. Сейчас все-таки есть ощущение, что крокодил-то оживет. Где же мне здесь искать руку? Всадник какой-то. Вообще, всадник, странное слово. Всадник это человек, который кому-то что-то всаживает. Я не хочу продолжать эту тему развивать. Ну, Зинкором сейчас начнут пугаться. Черного властелина? Его надо бояться. Потому что он черный, и он властелин. Ну, конечно, тут будут ужасы с ребенком. Ну, да, возможно. Всем привет, и буквально только поздороваться. Не могу сейчас смотреть, гляну в записи. Удачного всем стрима. Вот да, я переключил себе чат на черный, теперь я не вижу ник Джокера. Чин-чин тебе, Джокер, хорошо заглянул. Тут снова ничего нет. Какие-то носки, тапки, ботинки. Фигня какая-то. Ну, ребятки, единственный в таком случае предмет, который здесь хоть что-то делает, это медведь. Мне что, его держать в руках, пока он окончательно не... Не того? М? Ты будешь дальше разлагаться, медведь? Тррррррр, у тебя башка не закружится? Твоя медвежья башка, нет? Дурацкий медведь.
И стрелять в него тоже бесполезно. Это печаль. А, тут есть дверь. Зиг совсем слепой. А где мы вообще? Детская комната. Алтарь. А, мы вот так вот прошли, да? Какая комната? Зараженная. Прочитал заряженная. Заряженная комната позитивной энергией. Вам бы все-таки немножко убраться в своих домах-то. Уважаемые бейкеры. По-моему, вас так звали. Что это, что это, что это? А, это просто куколки вылезли. Ничего страшного. Что-то с ней не так. Я абсолютно согласен. С ней все не так. И от нас здесь что-то, кстати, уходит. Причем так явно уходит. Вот из таких штук обычно вырастают субстанции. Мне это не очень нравится, учитывая то, что у меня есть только пистолет. Туда даже не пройти. Ужас. Кошмар. Потому что у меня гильз-то. О, а у меня есть гильзы. Давайте возьмем дробовик. Мне будет немножко поспокойнее. По крайней мере, зарядим его. Заряженное Кашпировским. Точно, точно. Кишки меня не так пугают, как скримеры. Просто в детстве печальный опыт был. Ну, это не страшно. Зинкором. Здесь сейчас будет такое. Это же Resident Evil. Тут же должно что-то такое случиться. Вот у меня фонарик уже глючит, смотрите. Сейчас из шкафа выйдет какая-нибудь бабайка. Опаньки. От кого? У нас просто погас свет. И нам что-то сказало, чтобы я держался от нее подальше. Женским голосом. То есть оно еще и живое. А там какое-то молоко лежит, смотрите, в клетке. Тут ничего нет уж. Да ладно, девочка, я тебя не обижу. Я добрый Зиги с винтовкой. Нет, не с винтовкой, с дробовиком. Добрый Зиги-дробовик. Зиги за шаткан. О, что же у нас здесь происходит? Дверь закрылась. Кошмар. А вот это было страшно. Феникс Тиви, ня-ня-ня. Чин-чин тебе, Рисап. Спасибо за Рисап в течение 4 месяцев. Спасибо за поддержку. Так, домик. А в домике? А в домике записка. Здесь что-то есть, да? Или это, как, знаете, там в аэропортах, там, вы здесь. Окей. Зиги везде пролезет. Без мыла, так сказать, в задницу. Это алтарь, да? Вот она. Рука серии D. Отдай мне свою руку. Да ладно, не бойся, отрывай. Оно тебя сейчас схватит, правда, Итан. Или нет. Или ты, когда обернешься, будет плохо. Одно из двух. Рука серии D найдена, отлично. А есть скример на донат на определенную сумму? Нет, Феникс Тиви, я не занимаюсь такой фигней. Это к Джон Сиесу. Это он любит. Она вот стопудово сейчас оживет. Нет? А, вон, смотрите, чьи-то ноги. Ноги убежали. Ну, ноги не были похожи на зомбо-ноги. Это была Зои? Ну, где-то же должен сейчас быть. Вот, 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 вот. Видите, я вот был уверен, что здесь сейчас будет какая-нибудь фигня. А чё оно корёчится? Я ей бошку отстрелил нахрен. Эх. И что, теперь есть везде полный дом субстанции, да? И опять через них проходить. Печаль. Ноги, которые убежали. У Лал Райан, но это же действительно так. Что я могу сделать? Вот. Ну я знал, я знал. Я прямо чувствовал. Хрена себе, ты что такой живучий? Обалдеть. Я таких не люблю. А тут еще один, или нет? Это тот же корешится. Корячится. Раскорячится. Субстанция раскоряка. О, да, субстанции подъехали. Да, лакер. Они. И выйти спокойно эти субстанции нам отсюда явно не дадут. А вдруг сейчас оживет крокодильчик? Крокодильчик. Или черный властелин. А это что такое? Моя семья. Эвелин. Кто такая Эвелин? Я про Эвелин ничего не слышал, ничего не знаю. Девочка, кто ты? Расскажи мне про себя и свою семью. Какая милая рыбонька.
Ну, что это, что это, что это? Я все слышу. Вот. Ты думаешь, ты меня напугал? Нет. Хотел бы? Да. А ты еще живой, ё-моё. Ну как ты так? Как ты жив? 3 выстрела из дробовика в голову. 3. 3 патрона. Это какая-то бешеная субстанция. Что нам, кстати, нужно делать? Сделайте сыворотку. Как? Простите. Из чего, я бы даже сказал? А мы фонарик не можем убрать, не? Ребятки, какая-то печаль. Я очень хочу сохраниться. Зиги очень хочет, чтобы крокодильчик ожил. Ну, он же такой мимими плюшевый. Плюшевый крокодильчик. Медведя зарезать? Да не надо резать медведя. Зачем? У меня есть рука. Зои, ты мне позвонишь? У меня рука есть. Ты хотела руку. Я нашел тебе руку. Я хочу в твой фургончик. Ничего личного. Я просто хочу там сохраниться. О, Зои, как я рад тебя слышать, наверное. Если это ты, конечно. Да-да. Да. Наверное. Вместе, говоришь? О, мы сейчас увидим Зои. Мы сейчас увидим Зои. А вдруг она страшная? Я так волнуюсь, так волнуюсь. Что же делать? Свидание вслепую. Пойдемте через тоннель. Через паучий, так сказать, ход. Зигу дали руку помощи. Да. Проходил ли я телек? Какой телек? Феникс, я не понимаю, о чем ты говоришь. Как рано? Не рано. Может, и кинуть зинкорм. Черт! Зачем я нажал на Ctrl? Ну ладно, у нас было немножко меньше здоровья, чем хотелось бы. Я хотел нажать на Shift. Нажал на Ctrl. Бабник, да ладно тебе про Тотя. Мертвый час, метро 2033, что? Ребятки, как я уже неоднократно говорил на стримах, я знаю лично господина Глуховского. Он не очень хороший человек, и его творчество и я несовместимы, скажем так. А FPS-ки я, в принципе, банально не люблю. Ну давай, прогружайся, Рыжка. Началось опять, блин, в колхозе утро. Давайте с вами поговорим, что ли. Хотя, да, я же говорить тоже не могу, потому что вы же нифига не слышите, потому что вебка тоже глючит. Кстати, наверное, это будет следующая цель доната. Я знаю, как этого избежать. Мне нужен второй комп. Не настолько, конечно, мощный, но все-таки. Тогда я смогу вебку выводить с одного компа и стримить. А игрушка будет на другом. И если она повиснет, то стриму плохо не станет. Так, окей. Вот там у нас с вами есть дверка. Грузись! А, ты просто кому-то отвечала, окей. Ачивка. The grass will cut the truth. Трава скроет правду. То есть здесь где-то труп Зои, что ли, валяется, да? Труп Зои, где ты? Зоя. Тук-тук. Ты одетая? А, понятно. Стой, я сначала сохранюсь. Я очень хочу сохраниться. Звук работает нормально, вебка лагает. Ага, вот оно как. Окей. Ребятки, у меня ноутбук очень слабый для стрима. Просто слабее некуда. Зоя? Where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. Это кто? Господи, Лукас. Лукас. Я бы хотел на это посмотреть. What do you need them for? Family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time, and I'll give it to you. А где тебя искать?
Ну, еще один босс, конечно. Только мне бы сначала найти патронов. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я выпью симулятор и погуляю по двору. Ну, Лукас, ну давай, давай. Мне очень хочется к тебе в гости. Холодильник? Ты что-то кому-то отрезал? Да ладно тебе. Вдруг там какая-нибудь интересная штука. Да, ребятки, а вот второй Outlast я очень жду. Кассеты вначале в доме находил, конечно. Это четвертый стрим. Ну, голова чья-то, да? Или что это? Что это? Лукас, это чья-то голова. Ух ты, записка. А, легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Сам ты, сука, что ты ругаешься вообще, Лукас? Я понял. То есть все-таки наш депьюти, зам шерифа или кто он там, он таки обратился, да? К нам. А вот могу поспорить, ты знаешь, кто это все устроил? Бот Лохара. Нет. Хотя полагаю, что Эвелин. Она единственная, о которой я ничего не знаю, и я видел ее ноги. Они не похожи на ноги зомби. Ну ладно. Окей. Окей. Карта захвата перенаправляет сигнал от одного компа на другой или с приставки на комп. Совершенно верно. И тут снова лифчик Эвелин. Зои. Хотя Эвелин тоже девушка, у нее тоже должен быть лифчик ведь. Хотя, может быть, она еще очень маленькая девушка, я не знаю. Мини-игры, Феникс. Ну, я проходил, по-моему, 3, что ли, кассеты или 2, я не помню. Зедогадливый. Бульбанах, Чин-Чин, большое спасибо за леса в течение 9 месяцев. Спасибо за поддержку, большое. Полицай, походу, стал частью семьи. И, походу, это его голова. Ну, как же он теперь без головы частью семьи-то будет? Ребятки, давайте сделаем с вами очень быстрый перерывчик. Я почему-то очень хочу курить. Видимо, какое-то у нас с вами получилось такое бодренькое начало. Поэтому давайте немножко сбавим обороты. Я очень скоро вернусь, не скучайте. Единственное, что я забыл, как я это делаю. Я это делаю вот так.
Ребятки, я вернутый. Я вернутый даже вот так. Привет. Всем, кого не наблюдал еще. Так, опять это делается. О, отлично. Так, я хотел взять немножко этих антидепрессантов, как они называются. У меня их что, нету? Психостимулятор. Есть. Один, пожалуйста. Спасибо. Я хотел побродить здесь вокруг и поискать что-нибудь. А то у меня патронов как-то маловато. Жрем. Ом-ном-ном. И... А, вот, как раз, да. Как раз хорошая штука. Травушки бы, муравушки. А это, интересно, из этой самой, из мигалки полицейского сделали такую светомузыку? И что, и все? Я это зря делал? Ты что, реально нифига не... О-о-о. О, вот травушка. Давайте сделаем себе лечительную жидкость. Хотя, наверное, надо было сделать мощную лечительную жидкость. Ну, ладно. Не страшно, это что такое лежит? Ага. Это болванчик? Что это? Это болванчик. Нет? F. Ух ты, отмычка. Я нашел отмычку. В рюмке. А это что? Еще травушка? Древняя монета. Черт, а вот монетку я бы не отказался. Мне ее некуда деть. Это что такое? Блин, еще один какой-то этот... этот разделитель. Кажется, который разделяет, наоборот. Мне такое не очень нужно. Чем у меня инвентарь забит? Ё-моё. Везде. Во всех играх у меня забит инвентарь. Это ужасно. Привет, Рал. Надюша, не смущай. Так. Мы с вами сюда, конечно, можем пойти, но зачем? А. У меня все еще есть ручка. Найдите ингредиенты сыворотки и найдите труп помощника в зоне обработки. Ну, конечно, труп. Угу. Так я вам поверил. Где-то же еще было место, куда я должен был эту ручку засунуть. Я тоже об этом вспомнил уже потом, после стрима. Где-то я видел что-то похожее на мост. Вот, вот там. Я понял, мне можно было так не возвращаться. Ну ладно, окей, в таком случае ручка мне, наверное, уже больше не нужна. Так что пойдемте отсюда. Разгрузить инвентарь. Надюшка, у меня там все полезное. Как я могу разгрузить инвентарь, когда там все полезное? Там реально же все полезное. Кроме ручки. Ручку сейчас выложу. У меня будет целый один свободный слот. Это что такое упало? Листья дуба падают с ясеня. Иди сюда, ручка. Но остальное мне реально... А, вот, я знаю, что мне не нужно. Мне не нужна рука. Все остальное нужное. Кстати, у нас с вами еще было какое-то место в доме, которое было закрыто на ключ. На вот этот вот вороний. Так что пойдемте, наверное, в дом. Надеюсь, что Джек там не восстановился за это время. Но хотя в любом случае нам в дом-то надо. Нам надо в дом, потому что... Потому что здесь тормоза. Нет, нам надо в дом, потому что нам нужно спуститься будет в эту. В как ее, бишь, зовут. Что я такой жадный? Потому что мне все нужно. Оно все мое. Все мое. Ну, его голова в холодильнике. Но как думаешь, что тебе для зелья надо еще? Голову? Чью коп теперь ходит с чужой головой? Может. Вполне может быть, Дайксизер. У меня патронов нет. А, стойте, я же хотел посмотреть на карту дома. Где-то же было что-то закрыто на ключ. Вот, смотрите, запасы. Во, Зигги хочет запасы. Пойдемте по запасам. Запасы. Зигги любит запасы. Как мне пробраться туда? Направо. Перестань, пожалуйста, тормозить. А как мне вообще в гостиную попасть? Или гостиная это то, что на втором этаже? Что, вот туда, что ли?
Охренеть. Ну ладно. Полезли. Не жадный, а хозяйственный. Да. Я такой, док Мортимер. Зик хозяйственный. Запасливый, я бы даже сказал. Именно поэтому мы идем с вами в запасы. Искать запасы. Вот, где-то здесь должны быть запасы. Здесь? А, нет, не здесь. О, здесь, кстати, есть закрытый ящик. А у меня есть локпик. Так. Гильзы для дробовика. Это очень хорошо. А, давайте возьмем дробовик и зарядим его. Это очень вовремя. Как у тебя делишки, Траул? Да, в общем-то, это один из тех вопросов, на которые я не знаю, как правильно отвечать. Если честно, вроде все ничего. Спасибо. Павел, ну господи, я предлагала выложить все, собрать все, что забрал, а потом уже в ящик сгрузить найденное и выбрать, что брать с собой. Чтобы не ныть, что у тебя нет места в инвентаре. Ну, это печально, Прайда. Я так не умею. Порох. Круто. Это что такое? Твердое топливо. Круто. Гранатомет. Ручной работы. Может использовать разные боеприпасы. Нет, я думаю, гранатометом мы пока пользоваться не будем. А поплавать или полетать в вакууме не хочешь, Ботлахара? В смысле? Зажигательные боеприпасы. Гильза для дробовика. И... недостаточно места, да-да-да, я понимаю. Вот гранатомет я, наверное, сейчас выложу. Не очень я люблю такие вещи. Окей. Как мне отсюда... А, через комнату наблюдения можно выйти. Я бы к какому-нибудь ближайшему сундуку. Он, кажется, был где-то вот там. Где-то вот здесь, если быть точным. Так. Гранатомет. Иди сюда. Ты мне пока не нужен. Ключ вороны тоже мне пока не нужен. Остальное, наверное, я, пожалуй... остальное, наверное, я, пожалуй, сохраню. Окей. Сейвилка. Вот сюда. Зловещий смех, скажу вам. Да ладно тебе, Алекс, ты что? Правда, тебе писал выложить из инвентаря вещи. Я понимаю, Азат, ну как я могу выложить из инвентаря вещи? Я же тогда буду не зик. Зик без вещей, не зик. А, сохранение, там дальше попочка. Какая попочка? У лисы просто бомбит, потому что так всегда, меня не слушают. Надюша, ну я так не умею. Ну не умею я. Феникс, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что здесь сейчас что-то будет. Учитывая то, что я даже когда первый раз увидел этот труп, я очень так аккуратненько к нему подходил. Очень аккуратненько. И, кстати, здесь теперь темно. Отсюда уже опять все повылазят, да? Ух ты, они разрослись маленько. Вылазить будем, не? Надеюсь, что не будем. Я уже здесь всех перебил. О, привет, бабуль. Как дела? Опять ты здесь? Как хорошо, что нету субстанции. Хотя я полагаю, что мне сейчас хватит этого мужика. Упоротого. Где-то он же здесь висел. Где-то он висел. Ух ты. Это был чей-то рык? Ё-моё. Привет. Я думаю, что лучше мы с ним будем осторожненько играть. А то вдруг он нервный. А он нервный. Три. Будем даже по одной перезаряжаться. Чего бы нет? Ну куда он делся? Я у него три таких хороших гильзы всадил. А он взял и ушел. Куда ты ушел? Полицейский! Мистер полицейский!
Я нарушаю закон. У меня нету лицензии на этот дробовик. Приди и арестуй, зараза. Опаньки. А вот теперь, похоже, мне будет весело, да? Я же не смогу это открыть. А нет, я смогу это открыть. Ну тогда мне будет не так весело. Где ты, где ты? Ты же вот здесь висел. Или может быть ты здесь так и висишь. О. То есть это был не он. Похоже, наступило трупное окоченение. Его суставы уже застыли. Докажи то, что ты настоящий мужик. Что? Сунь руку в глотку этой свиньи. Какой тошнотворный сладковатый запах. Тело уже начало разлагаться. Ну ладно, что делать? Только я не понял тогда, что это была за фигня в самом начале, которая нас встречала. Фу, какая мерзость. И что мы там найдем? Ну вынимай, ты уже Итан. Тебе эта рука нужна для того, чтобы стрелять. Что это такое? Ключ со змеей. Окей, но ведь он же должен очнуться. Так, загрузка. Вот, смотрите. Я же знал, что просто так нас отсюда не выпустят. Их там, более того, их там много, кажется, ползает, смотрите. Давайте перезарядимся. Так. Твари ползучие. Давайте еще раз перезарядимся. А где же у нас есть комната со змеей? Где-то она, по-моему, была. Я бить Зи не стану. Там и так есть то, что хочет это сделать. Зинкору, а зачем меня бить? А-а-а. Привет, странник. Марточка пришла. Чин-чин тебе, Марточка. Ой, и флешка. Флешка, прости, я тебя пропустил. Тоже рад тебя видеть. Так. И. Р. Где же у нас были двери со змеей? Куда мне идти? Хотя, если честно, что-то дверей со змеей-то я как-то и не помню. Хм. О! Детская комната. И главная спальня. На самый-самый верхний этаж. Окей. Главное только теперь отсюда выйти. Это может быть не очень просто. Не просто же нас так глубоко заслали за ключом. И запихнули его в полицейского. Ну, хотя, с другой стороны, не могу не признаться, я рад, то, что он не обратился. Фу. А мы здесь были вообще? А, это котельная. Как здесь все мерзко. И здесь где-то была бабулька. Бабульки нет. Бабулька уехала. Пошла делать ремонт. Фу. Мастерская все еще закрыта. Непонятно, кстати, как туда попадать. Возможно, потом мы туда попадем. И кому-то большое спасибо за сабскрайб или за ресап, ребятки. Одну секундочку. Вот, видите, почему я не хотел именно сейчас смотреть в чатик. Я думаю, что мы от него просто убежим. Ни хрена мы от него не убежим. Не убежим мы от него, потому что я не вижу куда. А, вот туда. Он нам перекрывает дорогу. Зараза такая. Один патрон остался. О, ужас. Так, кому сказать большое спасибо. Иридиум, большое спасибо за в течение 14 месяцев. Чин-чин, большое спасибо за поддержку. Я про поплывайку и космоинженеров. А, Ботлахара. Ну, не сейчас. Иногда бывает приятно, когда ошибаешься в своих выводах. Пожалуй. Хотя, если честно, я был уверен, что все-таки этот полицейский на нас набросится. И, кстати, не исключаю, что он таки это сделает. Однажды. Хотя, может быть, уже и нет. Может быть, ему повезло меньше, чем нам. У бабульки варп-коляска. Да. Так, что бы такого скинуть? Ничего ведь и не скинешь. Так, а что нужно для того, чтобы сделать патроны для дробовика? Это пистолетные патроны. Улучшенные пистолетные патроны. Нанополитические патроны, зажигательные боеприпасы, психостимуляторы, топливо для горелки. И мы не можем сделать себе, к сожалению, патроны для дробовика. Это печаль. Эх. Окей. Пойдемте.
Идти нам нужно на выход. О, колесико можно переключать этажи. Какая прелесть. Вот сюда, в центральный зал. Окей. Загрузка. Я зол на неутонойку, до релиза прям играть не хочется. Джон Сиес, мне кажется, его не будет. Да ладно тебе, успеем еще вылечиться. Феникс ТВ. И, ребятки, ну, спойлеры — это отвратительно. Хотя, конечно, предложение полечиться — это не спойлер, но все равно. Так Чин-Чин еще никто не осквернял. В смысле, док Мортимер? Привет, Сам! С прошедшим тебя днем рождения еще раз. Ох ты, ё-моё, кто это? Ты что здесь забыл? У меня закончились патроны. Поэтому побегать придется. От этой дурацкой субстанции. Черт, если вот еще тормоза бы, блядь, прекратились. Ну, ё-моё. Как же бесит. Ой, здравствуйте. Как я рад вас видеть, всех. Что вы здесь делаете? Дурацкие субстанции. Может вас поджечь? Черт. Какой ты плохой. Плохая субстанция, плохая. Одна сдохла. Вторая сдохла. Ура. Блин, это печально, у меня 10 патронов осталось. И никаких шансов на то, что у меня дадут еще. Я не ругался, не надо. Не было такого. Да, полечимся, ништяк. Так. А не это вот ли, кстати, ключ со змеей? А это что такое? А, ну да, мы это видели. В смысле, не ключ со змеей, а дверь со змеей. Она в главную спальню. Давайте войдем в главную спальню. Так. У, тут даже свет еще есть, смотрите. Патроны. Патроны, да? Топливо для горелки. Черт. Ладно. Бабуля, это твоя спальня? Привет. Смотри, у меня пистолет. Смотри, пистолет. Видела какой-нибудь такой? Что у тебя тут? Трава у тебя тут. Бабуля, чем ты здесь балуешься? А это кто? Это твой дедуля, да? Или это Джек? Это Джек. Джек поступил в морскую пехоту. Пехота. Окей. В 80-м году в апреле он поступил. Ну, старше меня, однако. Я в 80-м только родился. Зиг, как я рада тебя видеть. Давай обниматься, давай я тебя расцелую. Субстанция прижимается к Зигу и облизывает его слизью. Обливает. Да, да, Сизер, примерно так все оно и было. Так, что тут еще у бабульки? Смотрите, часики у бабульки есть. И глобус. То же время, что и на остальных часах. Если бы я хоть на одни часы смотрел, сколько там было времени, видимо, придется сейчас пойти и посмотреть. Но сначала обшарить бабушкину комнату. Ой, там киса и девочка. Я помню уже эту картину. Так, открывайся, шкатулочка. Отмычка. Окей, пусть будет отмычка. Мы взяли отмычку? Взяли отмычку. Бабуль, какая у тебя кровать клевая. Тебя откатить к кроватке, не? Не, не надо? Ну ладно. Интересно, кстати, а на бабульку я не могу даже дуло наставить. О, я могу наставить дуло на бабульку. А там под кроватью дырка. То есть на часах мы с вами выставляем нужное время, кровать, видимо, отодвигается, и там будут какие-нибудь ништяки. Не исключаю, что как раз мастерская какая-нибудь или что-нибудь типа того. Сохраняйся и предохраняйся. Точно, Синкорум. Золотое правило. Два золотых правила. Это что такое? Ценная фотография. Так, там, где голова. Голова стоит, где-то там стоит голова. Голова стоит. Хотя вообще место похоже, если честно. Рюкзак! Рюкзак! У меня еще немножко места открылось в инвентаре. Какая радость, какая счастье. Что у нас здесь? Картотека. Картотека пустая. Окей. Привет, маска. Так, окей, хорошо. О, травы.
Это, видимо, не эта комната. Так, а у меня же аптечка закончилась. Давайте сделаем себе мощную аптечку. Модную, я бы даже сказал. Модную мощную аптечку сделали себе. У меня есть еще трава. Давайте себе сделаем еще одну модную мощную аптечку. Отлично, у меня стало больше места в инвентаре. Ей! Паша, тебе большой огромный привет с поклоном от очень матерящегося из... От очень матерящейся из той совушки. Окей. Чин-чин, тетя сова. Я, правда, не вижу тебя в чате. А почему совушка очень громко матерится? Ей страшно? Или ей весело? Или ее тоже бомбит, как и пройду от того, что у меня беспорядок в инвентаре? Так, окей, пойдемте посмотрим, какое время на остальных часах. Для этого надо где-нибудь найти часы. Я думаю, где-нибудь в гостиной мы должны найти часы. Славутич, большое спасибо за в течение 5 месяцев. Большое спасибо за задержку, чин-чин. Привет-привет, немного опоздал, ничего страшного. Крайне рад тебя наблюдать. Что у нас здесь? А, да-да-да, мы это читали. Окей. Время 15 минут 11. Пойдемте. Будем считать, что на остальных часах такое же время. А вдруг? А, она стримит. Окей. Red Rebel, автохост. Кто ты такой, не знаю, но спасибо. Кстати, Зик, ты же все один раз выразился, когда на тебя две субстанции напали. Одно маленькое слово. Да? Возможно, не заметил. Окей. Слишком спокойно сохранится. Я надеюсь, что нам здесь где-нибудь дадут сохранялку. Не может такого быть, чтобы ее не дали. Так, завести часы. А можно в другую сторону? 10-15. Охренительно сложная загадка. А, кстати, интересно, а назад-то я смогу оттуда выбраться, если что? Да, смогу. Ладно, Прайдочка, может быть, ты и дело говоришь. Давайте пойдем сохранимся. Только, правда, вопрос куда? Где у меня самый ближайший сейф? В детскую я сейчас вот реально не хочу. Мне стрёмно. В прачечную. Да, наверное, имеет смысл идти в прачечную. Прачечная у нас из центрального зала налево. Да, давайте попробуем сходить до прачечной. Бабка укатилась. Ну, укатилась и укатилась. Это же ее дом, что она тут катается везде. Развлекается, как умеет. Это вот там, значит, у нас с вами был сейв. А это что такое? Это фотография чья-то, между прочим. А я что-то ее не помню, чтобы я ее брал. Хотя, может, и брал. Здесь Джек, собственно, нам испохабил дом. Точнее, себе. Еще какие-то страшные звуки здесь до сих пор имеют место быть. А, две карточки. Я теперь понял, про какие две карточки идет речь. Про те самые две карточки, которые красная и синяя. Субстанция куда-то пошла, ну и фиг бы с ней. Так, гараж. А мне нужен не гараж. Мне нужна прачечная. Там раньше вход был. Вот она. Сейвилка. Сохраняться. Сюда. Привет, Суфи. Как дела? Блин, да перестань ты, черт возьми, тормозить, Арк. Но. Ребятки, у меня вообще все повисло. О, у меня все отвисло. Эх, оптимизация. И патроны ведь я больше сделать не могу. Хотя порох у меня точно, наверное, был в ящике. А может и не было. Порох есть. А вот эпоксида здесь, боюсь, нету. Боюсь, эпоксида здесь нету, ребятки. Это печаль. Так, кстати, башка здесь нигде не стоит. Ни на каких полках. А то нам фотографию-то дали. О, погодите, она у меня же? Она у меня. Нужно ее скинуть в ящик. Скинуть в ящичек. Вот так. Окей.
Уже отвисло. Тут нету ничего. И пойдемте вниз. Здесь субстанции какие-то бродят, насколько я помню. Пущай себе бродят. Мы не будем им мешать. Нам нужно наверх. Нет, ребятки, это не Twitch. Это Resident Evil так себя ведет при подвисаниях. Пошли. Хотя, конечно, блин, у меня 4 патрона в пистолете. 4 патрона. Нет патронов в дробовике. Есть только нож и горелка. И за нами закрылась кровать. Как будто я этот механизм строил. Что называется, no way back, да? Надо было брать гранатомет. Ух ты. Да. Что? Что? Что такого-то? Ну, пилы. Ну, лошадь. Или что это, не знаю. Карточка ключ красная. Окей, карточку ключ красную мы взяли. А здесь что? У, патроны. Патроны — это хорошо. А как мне отсюда теперь выбираться? Здесь что у нас есть? Ничегошеньки нету. Здесь же сейчас должно что-нибудь ожить. Надеюсь, что не этот конь педальный. Вы отперли это? Это... Да, это мастерская. Это мастерская. Окей. Мы отперли мастерскую. И теперь нам нужно выйти. Комната для кремации вот туда. Надеюсь, здесь нас сейчас опять не встретят какие-нибудь дурацкие, черт, субстанции. Сейчас, ребятки, я прочитаю вашу почту. Я хочу... понятно. Черт возьми. Ё-моё! Я ведь не могу через них пролезть. Блин, а тут в комнате для кремации-то что-то есть, кажется. Черт! А, это вот эта комната. Окей. Что-то они, по-моему, как-то не очень хотят гореть. Это же комната для кремации, ребятки. Ага. Чин-чин вам. Я пойду дальше. G, сменить боеприпасы. Окей. Сбежали. А Зик что с рукой сделал? С какой рукой, Ботлахара? Положил в эту самую, в ящичек. У меня теперь есть зато карточка красная. И это, наверное, неплохой повод сохраниться. Рука в ящичке где-то здесь лежит. Где она у нас? Вот она, рука серии D. Так, порох. Ладно, пусть он будет у меня, на всякий пожарный случай. Здесь особенно ничего уже и не возьмешь. Из интересного там. Печаль, ну да ладно. А, кстати, полечиться. От меня тут немножко обглодали. Очень любвеобильные субстанции. Окей. Опять я на эту газету натыкаюсь все время. Со своей правой? А что я сделал своей правой рукой? Ничего. Вот одна, вот другая. Ать, ать, ать. Если ты про Итана, то это не он. Это ему помогли. Его любимая жена. Комната бабушки. Окей, я понял. Пойдем в детскую. Хотя, конечно, учитывая мой текущий боеприпас, боекомплект точнее. Ё-моё! Тут все поросло. А, степлер предел, это тоже не я. Это мне тоже помогли. Ух ты, какая светлая детская.
Какое-то апреля. Мамочка повела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазл из 259 кусочков. Окей. Еще какое-то апреля. Этот дурак Оливер вечно меня дразнит. Ты чокнутый. Я обманул Оливера, пригласил его на свой день рождения, а потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет. Выпусти меня, Лукас. О, так это Лукас пишет. Окей. На всякий пожарный случай всегда есть пожарный прудик, который прудик Рудика. Да, темный эльф, конечно же. Здравствуйте, ребятки, всем, кто к нам присоединяется. Вас 160... 160. Окей. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призывов... Из призов конкурса изобретателей. Теперь ей его не найти. Окей. Это что такое? А вот нельзя ли взять эту бейсбольную битку? Хотя она маленькая, конечно. Но мне кажется, она в некоторых случаях была бы эффективнее, чем нож против тех же самых субстанций. Сломано. Как вы могли сломать пианино? Трава. И столовое серебро еще одно. Окей. В детской комнате. Ништяк. Чтобы дети сразу учились пользоваться ножом и ножом. Что это такое? Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Господи, ну так и не выпустил. Майя, какая же вонь. А еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выдалось свободное время, и я снова заменил пульт управления. Теперь он будет сиять даже ночью. То есть Лукас даже до обращения был немножко. Здравствуй, дерево. Окей. 175. У меня написано 160. Лампочка. Ух ты. Мы с вами что-то взяли. Это был пульт управления. Что-то открылось. Опять, кстати, крокодил. Обратите внимание, опять этот же крокодил. Ровно так же покоцанный. Нельзя в ААА игрушках такие вещи себе позволять. Ну нельзя. Должно быть два разных крокодила. Пищевые добавки я забыл, зачем нам нужны. А, мы из них эти самые можем сделать. Психостимуляторы, кажется. Еще одна отмычка, да? Да, у меня теперь две отмычки. Могу что-нибудь отмыть. Точнее, отмочить. Точнее, отмычить. О. Криллион, большое спасибо, сабскрайб, добро пожаловать на борт. Так. Это что такое? Какая-то мячина. Это просто мяч. Надеюсь, что на нем не записан какой-нибудь секретный код. Ой, пистолетные патроны, как же хорошо. Давайте переключимся. На обычные. Так. Кстати, в детской комнате. Рядом с мячом. Пистолетные патроны. О, приз. Второй конкурс юных инженеров, третье место. Эх, Лукас. Низик ты, низик. Ну и как этим пользоваться? Это же типа пульт управления, да? А, вот еще один. Поощрительная премия. Чемпионат робототехников любителей. 98-й год. Ну окей. Еще какой-то приз. Второе место. Третий конкурс юных инженеров. Везде второе место Лукаса. Кто-то всегда был лучше его. Интересно, кто? Еще кубки есть? Все, что ли? И нафига я тогда сюда пришел? Нет, здесь явно нужно что-то сделать с этим пультом управления, чтобы что-то открыть. Но я пока слабо себе представляю, что. О, понятно, лестница, я ее не заметил, как обычно. Он же сказал, что приз будет сиять даже ночью. Да, это я помню. А, это та лампа, окей. Я уже нашел приз, который сияет даже ночью. Хорошо, хорошо, ребятки. А я себе пиццки заказал. С субстанциями самое то. Да, пицца с субстанциями самая вкусная, лайкер. А вот здесь, собственно, должны быть субстанции, скорее всего. С днем рождения. У нас с вами есть кассетка. Это хорошо. Мы ее сможем посмотреть в фургончике. Тут еще что-то есть. Договор на реконструкцию. Джейк Бейкер. Тревор энд Чемберлейн Констракшн подрядчик. С 10 ноября 92 года по 30 ноября 92 года. За 20 дней. Установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Окей. Криллион. Не понял, сабскрайб.
на 8 месяцев. Привет, Зик, привет, чатик, спасибо за твои стримы, это супер. Спасибо, Криллион. Я не понял, что ты такое сделал. Ты подписался сразу на 8 месяцев или ты переподписался 8 месяц? Хотя вот пару строчек назад было написано, что ты только подписался, но в любом случае большое спасибо за поддержку. Чин-чин. Установка двери, да, с активацией. Окей. Это топорик деревянный, кажется. Игрушечный топор. Я что, его взял? И модель дробовика. Я его тоже взял. Зик все взял. Зачем я это взял? Это же печаль. А, сюда опять нужно что-то... Что это? Дровосек? Мужик с топором? Трансформер? Оптимус Прайм долбанный? Долбанный Оптимус Прайм. Джаджмент. Подпись. Правосудие. И синяя карточка. Синяя карточка была ему ответом. Карта-ключ синяя. Окей, но зачем я взял игрушечный топор и игрушечный дробовик? Я же не могу ими никого убить. Разве что понарошку. Вообще прикольно. У Лукаса из детской был вход на свой собственный маленький чердак. Представляете, что здесь можно было делать? Такие страшилки можно было разыгрывать. Мне бы все друзья обзавидовались. Был бы у меня такой чердак. Это не дровосек, это палач. Одно другому не мешает. Может быть, он в свободное время подрабатывает дровосеком, правильно? То есть так он вообще палач, а тут иногда надо дрова порубить. О, ништяк, топор есть. Так, надо сохраниться. Хотя вот сейчас мне, наверное, тоже спокойно не дадут дойти до комнаты с сейвом. Дох Мортимер, большое спасибо за сабскрайб. Чин-чин, добро пожаловать на борт. Так, телефон звонит. Я бы сохранился бы сначала. Как далеко мне бежать до сохранения? Далеко. Я думаю, лучше на улице сохраняться будем. Ну, ответь на телефон, Итан. Просто рука-лицо. Говори. Да-да-да-да-да, я помню эти две карточки. Мне нужны, чтобы открыть твой туалетный замок. Я видел, где состоится вечеринка. Я и не знал, я не мог забыть. Синяя ключ-карта откроет дверь в ад, как о демонам и всякой нечисти. Race Forever, если это был спойлер, то мне очень жаль, но мы с тобой больше не сможем пообщаться в чатике. Как только я сохранюсь, я суну синюю карточку, и если там будет проход в ад, как о демонам, то я тебя забаню. Если меня перестанет тормозить игра... Как же раздражает. Бесит неимоверно. Охренеть, какие они шустрые. Есть контакт. Игры. Атмосфера. Вторая. Ответственность. Третья. Оптимизация. Точняк. Так, Сизер. Это 5. Блин, горелый. Черт. Прикол про Doom. Окей. Блин, ну дайте мне зайти в долбанный домик. Сделай здесь долбанный сейф.
Так, мы сохранились. Ребятки, у меня есть небольшая идейка. Вы мне говорили то, что модель дробовика вроде как не нужна. Хотя, если честно, я не понимаю, если бы я до этого момента не нашел дробовик, как бы я вообще здесь дальше проходил. У меня есть кассета, которую нужно посмотреть обязательно, прежде чем куда-либо идти. Давайте, наверное, сделаем сейв по этому поводу еще один. Прямо сюда же. Я сделаю следующее. Я уйду на перерыв, на перекурчик. В этот момент я выйду из игры, чтобы у нее очистилась нафиг память. Чтобы, когда мы сейчас с вами вернулись, не было таких диких лагов. И мы, соответственно, с вами продолжим, я думаю, что еще минуток 30-40, наверное, постримим. До 2 часов. Так что не скучайте. Скоро вернусь.
Ребятушки, я вернулся. Привет. Отмена перерыва и загружаем Resident Evil. Надеюсь, что это поможет. Хоть как-то. И? Та-та-та-та-та-та. Просто дай мне пропустить заставку в этот раз, пожалуйста. Зачем он, кстати, подключается к сети, я не понимаю. Ух ты, какой Лукас-то! Итан находит руку с Середи после того, как уничтожает мутировавшую Маргариту и ее букашек. Теперь у него и Зои есть все, что надо для создания сыворотки. Он приходит к автоприцепу, но Зои там нет. Тут по телефону звонит Лукас и сообщает, что подготовил для Итана некое мероприятие. Угу. Окей. Привет, Хьюго. Так. Пойдемте. На мероприятие. Вечеринка в нашу честь. Да. Блин, я тебя даже не вижу. Я тебя вообще не вижу. Да ну тебя нахрен. Давайте сунем карточки и все. Так, красную в красную. Синюю в синюю. Дверка, отворись. Дверка, отворись. Черт. Ну. А, туда ж наверх. Окей. Ух ты, стразики, или что это, не знаю. Лукас действительно подготовился. Он действительно знает, как сделать приятное. Смотрите, какое все красивое. Давай играть, давай. Ух ты. Ух ты. Яркое какое все. Ништяк. Ага, блин, я забыл посмотреть эту самую. День рождения Лукаса. Я полагаю, что мне нужно было это сделать. Давай поиграем. Так. Лукас, ты плохо выглядишь. Привет. Я Зиг Зе Хедж. Ух ты, какой красивый. Бу, ты должен испугаться. Я вернулась сытая и довольная. Феникс с возвращением. Да. Что это такое? Что это за хрень? Нет, я не знаю, Лукас. Зиг, можно скинуть картинку? Можно назад? Блин, у меня пиво кончилось. У меня есть брысь-брысь. Смотри, давай я тебя побрызгаю. Пш-пш. А еще смотри, какая у меня хрень есть. А? Я тебе на голову это могу надеть. Тебе понравится. О, на микрофон. Зачем ты себе вырываешь ногти? Лукас, ты псих. Ну давай, показывай, показывай. Ну хорошо, не возвращайся. Да ладно тебе. Псих. Да. Ну, мне нравится ползать и искать ингредиенты. Почему? Я уже нашел руку. Ага. Да. Я такой. Ну, знаешь, мне придется тебя убить, Лукас. Хотя, я полагаю, что это будет тяжко, да? Да. Не плачь только. Ну, черт. Итан, зачем ты взорвал? Ой, Итан. Да ладно тебе, это просто взрыв. Лукас. Фу, Лукас, Итан, да. Я их начал путать. Они чем-то похожи. Печаль. Этот Зига голос? Нет, это не мой голос. Это был не мой голос, Алекс. Это был голос Лукаса. А Лукаса. Так, кстати, пойдемте все-таки, пока еще не очень поздно, посмотрим кассету. Надо же узнать, что нам дальше делать. А выйти я теперь отсюда смогу, не? Вот там была дверь. Мы знаем то, что с нами хотят поиграть.
но хотелось бы еще посмотреть кассету. И тут где-то бегает странная хреновина, которая хочет нас сожрать. Но нам как бы пофиг. Мы просто пойдем в домик. Зиги в домике. Так, кассета у меня с собой. Телек у нас с видиком вот здесь. Кассета. Сменим немножко обстановку. С днем рождения! Могут ли идиоты, которые пересекли нашу границу, решать загадки? Это же Лукас. У тебя день рождения? Какой ты странный. Я прочитал неделю упоротого труда. А Лукас-то инженер. Между прочим. Ну давай, я оценю. Давай, посмотрим. Надеюсь, стрелять здесь ни в кого не надо будет. Хотя, блин, это скорее всего опять какой-нибудь дурацкий стелс. Так, нам передали управление. Дверь закрыта. Удивительно. Что у нас здесь есть? Свеча. Так, о, так посветлей. Мешок какой-то или воздушный шарик, я не знаю, что это. Или немеренных размеров презерватив. О, два. Тут была вечеринка. Три, боже. Раковина. Туалет. Все, Resident Evil, как обычно, в каждой части что-нибудь прячет в туалет. Но только один раз. Твич, падла? Да ладно тебе. Твич не падла. У, еще шарики. Будем их жечь. А че они не жгутся? Я хочу их, может быть, убить. Как это называется? Разрушить. Лопнуть. Во. Где-то что-то течет. Везде шарики. Дверь не открывается? Ну, а мы не можем при помощи свечки вот это вот перерезать, пережечь. Это же веревка обычная. Почему не могу этого сделать? Нелогично. Это же просто веревка. Ой. И у нас включилось ночное видение. Есть зажигалочка. Счастливого яти дня рождения. Да, пожалуй, очень длинная. Окей. Ой, спасибо. Как мне это сделать? Как мне ее теперь зажечь? Да ладно, зачем ты так грубо? Тебе Лукас сделал отличную карту на прохождение. Свеча не зажженная, поэтому смысла сейчас нет. Надо ее как-то зажечь сначала. А, видимо, вот здесь надо будет перекрыть воду. Только чем? Свечой не получается. Удивительно. Давайте найдем какой-нибудь гаечный ключ или что-нибудь типа того. О, заводной ключ. Отлично. Я завел бочку. И из нее теперь что-то здесь вот течет. Так и не прекращается. Понятно, нас здесь затопит, видимо, нахрен. Что мы можем завести заводным ключом? Можем что-нибудь завести? Заводной ключ? Так, ничего не получится. Удивительно. Он изобрел веселую игру. Да. Надеюсь, он изобрел не гидравлическое, квадро победил, да. О боже. Что это у нас такое? Бесполезно здесь это использовать. Я даже не понимаю, что это. Это газ? Нас здесь травят, что ли? А, то есть, когда я зажгу свечу, здесь все нахрен взлетит на воздух, да? Угу. Свечку поджечь. Окей. А если я теперь подожгу газ? Мы взлетим на воздух? Нет? Жаль. Вот, наконец-то, свершилось чудо, блин. Скорей стакан к бочке, продукт вытекает. Да, док Мортимер. Ой, сколько много шариков. Ура, они наконец-то начали лопаться от свечи. Счастье-то какое. Надеюсь, мне их не придется лопнуть все для того, чтобы найти в каком-нибудь из них какой-нибудь ключ.
Зиг Зе Лукас. Да. Ух ты. Смотрите, помело. Или что это? Маленький воздушный шарик. Окей. И тут снова какой-то кодовый замок. С паролем. Хорошо. Есть ли здесь что-нибудь еще? Или нам достаточно этого воздушного шарика? Воздушный шарик можно поместить на вот эту штуку, допустим. Чтобы отсюда газ не вытекал, да? Можно? Ух ты. Он шипастый. То есть этого делать не надо, что ли, было? А, он с гвоздями, смотрите, прикольно. Ой, в какое интересное место это вошло. Перо для письма. Окей, значит, мы сможем еще и что-нибудь написать теперь. И кроме этого... А, больше у меня нету ничего. Печалька. Эх, печалька. Где нам что еще можно написать? Тут точно больше ничего нету? Точно больше ничего нету. Конечно, могу пробовать лопнуть их всех, но боюсь, что дело не в этом. Ну ладно. Лузер. Не то слово. Блин. Да, сюда же нельзя, здесь вода. Давайте еще раз зажжем свечку. Так. Что у нас еще есть? Из... трогательных объектов. О, вода. Вода не течет. Печаль. Хотя, с другой стороны, на кой черт нам вода? Так. Фу, оно сюда полезло. Зато здесь что-то всплыло. Нет, я был неправ. Resident Evil повторяется со своими приколами в унитазах. Разработчики очень любят унитазы. Что это такое? Грязная подзорная труба. Какая мерзость. Выбрать подзорную трубу. Использовать предмет? Зачем? А ты кто такой? Ты что-то странное? На тебе подзорную трубу. А, ну это же левая рука. Ты, может быть, левша? Может быть, тебе перо туда дать? Нет? Он не может ее держать. Печально. А по центру у тебя что? Подзорная труба и сюда не влазит. Ну как же так? Интересно, кстати, это не на время? А то там все-таки газ. Могут быть варианты. Так, здесь, блин, дурацкая вода. Погодите, а вентиль же вот. Здесь я подзорной трубой не могу это повернуть, нет? Ключом тоже не могу повернуть. И пером не могу повернуть. Окей. И больше тут тоже нифигашеньки нету, кроме еще одного пароля, которого я не знаю. Сюда так и не прекращается. Ух ты, а тут уже много ее налилось-то, смотрите. То есть мы все-таки, видимо, себя сожжем в итоге, да? Есть у меня такое ощущение. Спасибо большое за уничтожение спойлеров, лапка. Ключик по центру? Я ж пробовал. А, нет. Извините. Ну и что это такое? Ну почему перо-то тогда у него в руку не влезает? Он совершенно точно что-то пытается написать. То есть ему как-то надо дать это дурацкое перо. Я не понимаю, как ему дать перо. Я понимаю, что он пишет, но он не пишет. Я там ничего не вижу. Свечку ему дать? Свечку он брать не хочет. Трубу он тоже брать не хочет. Я же вроде все остальное сделал. Больше же ничего нету. Как тебе дать, зараза, перо? Он не может ее держать. То есть, наверное...
Ее оснастили поляризационным фильтром. Из-за слоя грязи в нее почти ничего не видно. Ага. Угу. То есть мы должны через нее куда-то посмотреть. Занятно. Куда же мы можем... А, может быть, надо посмотреть на стол через эту штуку. Может быть, он здесь все-таки что-то накорябал, хотя вряд ли, конечно. Ну, давайте попробуем. Я тут реально нифига не вижу. А где нам сказали, чтобы я ее использовал-то, интересно? Перо макнуть в бочку? Вариант. Ему нужно, походу, что-то еще. Согласен. Да, спасибо, спасибо большое, лапка, за бдительность. А тут что? А, ну да, тут же этот самый остался. Кончик от шарика. Здесь. Что здесь? Посмотреть через трубу сюда? Да нет. Давайте попробуем действительно обмакнуть перо, может быть. Где это было там? Обмакнуть перо. Вот здесь надо было обмакнуть перо. Давайте попробуем. А я не могу здесь ничего сделать. Я нажимаю F, он говорит, что просто течет и все. Ну, я даже не знаю, здесь что ли воспользоваться трубой. Ровно точно тоже нифига не видать. Как, собственно, и везде. Может ее помыть как-нибудь? Здесь я не могу никак помыть ее. Помыть не могу, не? Ага. Я что, ее все-таки помыл? Ребятки, я ее помыл. Ха-ха-ха. У меня теперь есть мытая подзорная труба. Ну, толку-то от того, что она мытая. Хотя так я могу прямо-таки с ней ходить. И через нее смотреть. На столе у него, правда, все нифига не видать. Но так мы можем с вами... А, это кабель. Так мы можем с вами попробовать посмотреть ее... Через нее, точнее, в то место, где было написано «Хия». Вот здесь, то бишь. Здесь же ничего не видно. Ну, вообще же ничего не видно. Тут дурацкие шарики. И ничегошеньки больше. Отлично. Наступать на шарики так приятно. Поляризационный фильтр. Для чего поляризационный фильтр? А, погодите. А вот Хия, это мы с вами... Нет, не здесь. Это вот в этой комнате, которая пока закрыта. Черт. Какая картинка, Надюшка? То, что написано Хия? Да, было. А давайте мы ее, может быть, передвинем. Вот так. Так все-таки проще будет. Переключаться между... А я не могу ее таким образом. Может быть, это не 2, может быть, это 3, 4. Нет? Нет, я не могу ее просто выбрать быстро. Какой ужас. Слева на стене картинка. Ну, эмбрион здесь какой-то нарисован. Толку-то мне от него. А! Если я на эту штуку смотрю через трубу, то мы видим с вами немножко другое. Повешенная девочка, мешок какой-то и эмбрион. У нас с вами где-то был сейф с тремя крутилками. Кажется, здесь. Ага. Повешенная девочка. Мешок с говном, я извиняюсь. Что есть похоже на мешок с говном. Вот эта штука. И эмбрион. Окей. Это что такое? Соломенная кукла. Хорошо. У нас есть соломенная кукла. Ее сюда засандарить? Нет.
А, может быть, соломенную куклу дать мужику, который пишет, хотя зачем, я не понимаю. Нет, не подходит. Как же так? Чё скучно? Лакеру скучно? Ну, лакер. Если тебе скучно, я ж никого не держу. Что называется, без обид. Феникс ТВ, спасибо за ор на весь двор. Ну, если ты считаешь, что у тебя это получилось лучше, я тоже крайне за тебя рад. Возьми с полки пирожок. В чем, собственно, проблема-то? Где у нас что-нибудь еще освещенное есть? Здесь нас снова помыло. Больше здесь нетушки ничегошеньки. Печаль. Печаль, беда. Что это такое? Ну, здесь больше не на что смотреть через эту трубу, походу. И вам привет от маленькой инженерки. Я реально больше ничего не вижу. Или труба нам все-таки была нужна только для одного. И теперь нужно что-то сделать с этой дурацкой. Что это? Это кукла на ощупь жесткая. В туалет мы ее больше ничего обмочить не можем. Мужику мы этому куклу дать не можем. В инвентаре совмещать, я думаю, да, я вряд ли что-то могу. Ну, давайте ее подожжем, что ли, я не знаю. Отлично, а зачем мы ее жжем? Что это такое? Палец куклы. Видимо, у тебя не было пальца, да? Да. Теперь тебе получше. И теперь ты можешь взять перо, да? И теперь ты можешь что-нибудь нам написать. Гениально. Лукас, ты молодец. Ну, правильно, напиши код прямо на руке. Лузер! Отлично. Взгляните на свою руку. Лузер. Да, я понял. Ништяк, окей. Пойдемте напишем код. Это было не здесь, это было в комнате, которая вот здесь, по-моему. Зик, может быть, можно перо поджечь. Поздно, ребятки, уже все сделано. Окей. Гениальный код, конечно. И что же нас здесь ждет? Здесь рукоятка вентиля. Отлично. Теперь мы сможем перекрыть воду. Потом зажечь свечку. Так, где у нас перекрывалась вода? По-моему, вот здесь. И у нас будет бабах. Наверное. Теперь понятно, почему некоторые боятся клоунов. Я, допустим, не боюсь клоунов, я их просто ненавижу. Они меня раздражают. Они плохие. Бэ. А я все шарики лопнула. Молодец, Феникс. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас будет бабах. Ура! Я ж говорю, что будет бабах. И... А, ну да. Я угадал. Я угадал, ребятки. То, что нас сожгут. Больно. Очень больно.
А, ну и, собственно, все, мы ничего сделать-то не можем, да? А, мы можем открыть... Мы... Ну, почему? Почему больше не работает? Ну, F, я же жму F. Я, видимо, не успел открыть душ. Печаль. Будет ли у нас try again? Спасибо. Ну, у меня же была возможность нажать на F. Я что, могу это попробовать сделать еще раз? Могу или не могу? Хочу попробовать закрыть все-таки. Люди так быстро не горят. Ну, Зиги, вот картинка. Что за картинка? Хороший тамада и конкурс интересный. Да, Азат. Да, Лукас. Я теперь уже знаю код. Могу ли я сразу его ввести? Хотя я думаю, что нет. Жальный журналюга. А с чего ты взял, что он журналюга? Да. Не стоит? Ну ладно тебе, Трал. Это же быстро, я теперь знаю, где что делать. В любом случае, я сегодня не хочу решать настоящую, эту самую, загадку Лукаса. Мы с вами сейчас попробуем решить вот эту, и, наверное, на этом стрим будем заканчивать. Так. А, ну да, пока этого сделать не могу, пока нужно дойти до душа. Да. Да. Вынимайся, штука. Нет? Да, Лукас. Ну давай. Не надо, смысла нет. Ну, я уже начал. Я же не могу это прервать, наверное. Давай, поджигай. Печь, плита с автопожигом. Мы сейчас быстро это дело, я думаю, пройдем. Учитывая то, что мы теперь все знаем. Где и что? Воздушный шарик. Единственное, что, кстати, я не помню, где у нас с вами была труба подзорная. Вот это я не помню. Где была труба? Ну, да, собственно, ладно. А, вот здесь была труба. Вот она, всплыла. В кассете ты и должен умереть. Да я понимаю, что я должен умереть в кассете. Мне просто интересно, что будет, если я смогу перекрыть вентиль. Да, грязная подзорная труба. Ключик. Мы взяли ключик? Нет, мы не взяли ключик. Почему мы не взяли ключик? Ключик же вот здесь. И, кстати, труба. Заодно ее и помоем. Так, отлично, помыли трубу. Ключик. Вынимайся. Просто напиши код, а могу? Если могу, то давайте попробуем. Есть у меня ощущение, что мне просто игра не даст этого сделать. Видите? Без пароля это будет открыть сложно. Игра не считает то, что я знаю пароль. Да, я все понял. Как же интересно, какой Лукас молодец. Придумал такую сложную загадку. Висячка. Хреновина. Младенец. Деревянная кукла. Пойдемте еще это самое теперь. Наденем сюда шарик. Давай, надувайся. Да. Гвоздик и перо. Так, окей. Да. Зажечь
соломенную хреньку. Вытащить из нее палец. Так. Засунуть в мужика ключик. Дать мужику пальчик. Дать мужику пальчик. Дать мужику перышко. И включить мужика. Давай, напиши на мне код. Тут даже бубну нельзя не по сценарию. Точно, Дайксидер? Да-да-да-да-да-да-да. Молодец. Спасибо. Посмотрели на руку. Пошли вводить код. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Л. Оу. С. И. Р. Р. Ф. Рукоятка вентиля. Пойдемте. Закроем водицку. Зажжем светочку. Да-да-да-да-да-да-да. Тату-салон у Бибы и Бобы. Точно. Биба и Боба, как мы знаем, два хороших человека. Так. Да-да-да-да-да. Давай, взрывайся, пирожок. Эй! Все горит. Да-да-да-да-да-да-да. Вставай! Вставай, упырь! Вставать будем, не? Так, где вентиль? Вентиль. Ага, то есть мы не могли этого сделать. А вот это печаль. Ну ладно, зато у меня есть подзорная труба. Я могу в нее посмотреть. Не успел посмотреть подзорную трубу. Жаль, я думал, что будет что-нибудь другое. Открой воду до того, как вставить свечу в торт. Я боюсь, так не получится. Ну ладно, что ж. Не получилось, значит не получилось. В любом случае, happy birthday нам от Лукаса. Happy birthday. Вон уже глупый, уже раз сгорело, повторно то же самое. Да. Ну ладно. В любом случае, мы с вами посмотрели кассетку, даже дважды. Заканчивайся, кассетка. И давайте сделаем сейв. И теперь уже продолжать будем на следующем, ребятки, стриме. Потому что я по дэшке уже устал. Как я уже говорил, за сегодня записано 2,5 серии Майнкрафта. Еще вот вам стрим двухчасовой. И еще я хочу кушать. Поэтому, ребятки, я крайне рад всем, точнее, за то, что вы все сегодня поприсутствовали на стриме. Вас осталось 161 человек. Приблизительно такое число, как бы оно и было в процессе стрима. Большое спасибо всем, кто сегодня подписался или переподписался. Большое спасибо за то, что не спойлерили в чате. Те, кто спойлерили в чате, вы знаете теперь, чем это, собственно, заканчивается. Лапка еще добрая, я обычно даю перманент. И, собственно, все. Больше мы с вами не увидимся. А я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Зиг Зе Хэш. До новых встреч. И, как обычно, всем крайне любимое счастливо. Пока, ребятки!